Здравствуйте. Здравствуйте, любители канала «Мои каникулы». Мы вас сейчас мы вам покажем кролика. Я вам расскажу, какие у них имена, чем они питаются. Чем? Вот это вот два лимончика. Где лимончик? Вот это вот девочка, а вот это вот мальчик. Они питаются таким кормом. И капусту ему дают. У них сейчас все закончилось. Это мальчик. Федор Павлович. Федор вот Павлович? Да. Ничего себе. Это девочки. Тут вот раньше тоже жили девочки, и тут мальчик жил. Его забрали. Это девчонки. Девчонки? Две, что ли? Не, одна, походу. Одну забрали. А здесь кто у вас живет? Любопытники? Тут вот у нас живут зайчики-любопытники. Не тут любопытники. Их погладить всегда. И кто это живет тут? Любопытники. Вот. Такая мама тут сидит. У них мама. Серьезные все. Ее зовут это Грымза. Грымза. Угу. А это кто такой? А это Шустрый. Шустрый. Шустрик. Да. Он этот муж вон одной девочки. У них родились уже дети. Вот этой вот девочки, ее зовут Фиби. Фиби? У нее дети есть. Да. Ну тут здесь там они сидят. Вот в таком маточнике живут дети. А новорожденные детишки живут вот в таких маточниках. Да. Ну сейчас они уж выросли, поэтому они свободны, да? Да. Их рассадили в другие клетки, да? Да. Вот тут живут.